Салам алейкум, друзья, и у нас очередной автомобиль. Это 2009 год, Toyota Venza. Этот автомобиль у нас будет разбираться по запчастям и высылаться, знаете куда? Конечно же, в Казахстан. По запчастям в Казахстане вы можете приобрести именно эту Venza. Автомобиль у нас имеет объем двигателя 2.7. Сейчас заведенный у меня. Работа двигателя. Работа двигателя у этого автомобиля идеальная. Как мы видим, никаких потеков. Двигатель сухой. Антифриз у нас чистенький. Классный двигатель у этого автомобиля. По передней части автомобиль у нас имеет минимальные дефекты. Как это выглядит? Минимально, но повредило полностью передний бампер, уже не годится. Фара у нас отломана, крыло замятое. Сразу же вот три элемента получается битых. Но в основном этот автомобиль получил удар в заднюю часть. Сейчас я вам ее покажу. Диски у автомобиля отличные, резина тоже хорошая. Двери у автомобиля полностью целые. По безопасности автомобиль у нас, как мы видим, тоже полностью весь целый. Это радует. Глушитель вот так вот замял от удара и прикасается задним диском, получается. Вот это основной удар. Пришелся в четверть, в крышку багажника, в задний бампер, отбойник. Вот так это все тут повредило. Естественно, эти элементы уже не годятся. Задняя труба, баночка, получается, тоже повреждена. Но подвеска задняя вся целая. Уцелели два фонаря с водительской стороны. Как мы видим, они на месте. Но, может быть, будут какие-то дефекты. Но с виду они полностью целы. С водительской стороны по дверям автомобиль тоже полностью целый. Все зеркала на месте. Все классно. Давайте заглянем вовнутрь. Обшивки у автомобиля тоже так сохранились. Практически как новенькие. Вот так вот оборван подлокотничек, конечно. Так, что у нас тут по салону? Радио обычное, стандартное. Такие тут штучки всякие. Все как бы на месте. Бардачок. Все открывается. Классно все выглядит. Давайте-ка протестируем двигатель и покажем пробег от этого автомобиля. Ошибок по двигателю нету. На автомобиле у нас 212 тысяч. Работа отлично, 2.7, как я и сказал, автомат, коробка, полный привод. Кстати, давайте-ка проедемся, протестируем подвесочку, ну и, естественно, коробку, как она у нас будет переключаться. Все плавно переключилось, без всяких ударов, все отлично. У нас, конечно, задевает чуть глушитель. Ну, я думаю, это не страшно. Автомобиль поехал без проблем. Коробка автомобиля хорошая. У нас только задевает глушитель и все. Ну, на этом все, друзья. Всем пока.